Всем здорово, всем здорово, всем привет. Ну что ж, очередная загадочка вам. Машина Peugeot 806. Машинка, ну, Citroёn тоже, по сути, сами знаете, да, фиатики есть такие же. Вот в таком же кузове. Суть не меняет. Отчего в такой замечательной машинке на скорости могут перестать работать поворотники? То есть, если машина стоит на месте, поворотники работают отлично. Только трогаешься, ну, если медленно еще едешь, там, километров 20 в час, поворотники работают отлично. Разгоняешься быстрее, все, поворотники отрубаются. Причем, дам небольшую подсказку, аварийка работает и на большой скорости, и на маленькой скорости, на любой. В общем-то, абсолютно не связано с этим. Лампочки, подскажу, тоже, понятное дело, в порядке. Если вынимаешь хоть одну из этих лампочек, то начинает мигать быстро. Вот, поэтому, в общем-то, тема с лампочками тоже отпадает. Ну и, понятное дело, как я уже сказал ранее, аварийка тоже работает нормально, без проблем, независимо от скорости. Именно поворотники перестают работать. Машинка 97 года рождения. Что вам еще такое интересно сказать? Бензинка. Ну, если смотрите канал, то знаете. Значит, вопрос номер один. Как найти причину? Ну, потому что на месте стоишь, они работают, все же хорошо. Что необходимо для того, чтобы найти причину? И второй вопрос. Как вы думаете, что оказалось причиной сией, в общем-то, замечательной темы? Причину, конечно же, мы нашли. И ответ я дам, когда... в общем, ну давайте через неделю пускай будет. Ну и, в общем-то, назову победителя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, а внизу под видео пишите свои комментарии. До скорых встреч. Пока.